около Амигос продолжаем крестовый поход за кавалериста и медвежонка. Знаете, о чем я подумал? О том, что игра могла бы быть неплохой, в принципе, довольно неплохой. Но если бы только ее не поделили на сраные эпизоды, между которыми, блин, проходит неделя, и нужно иметь лицензию, чтобы сохранять по-хорошему, ну, со стопроцентной вероятностью все свои достижения, вот эти все. Речь не только идет о количестве патронов, да, которое, в принципе, после начала нового, ну, следующего эпизода заново, вы только в плюсе, если не продолжаете, потому что патронов, как правило, никогда нету, а если начинаете по новой, то патроны есть. Но речь идет о том, что здесь система скиллов сделана, что здесь прокачка, какие-то умения, ну, не очень интересно это умение, но они... Это что там, танк из левки, что ли, там? Чем это он в меня насрал медузой? Вот, скиллы не очень интересны, но тем не менее они есть, они помогают, я уверен. Ну, сильно ли, мало ли, но они усиляют персонажа. Это нельзя отрицать. Вот, если бы эта игра была единым сюжетом, то есть не эпизодом, а нормально, как нормальная старая обычная игра, купил, прошел всю. А не по кусочкам по 600 рублей ее покупать. Была бы еще более-менее съедобно, но при этом все равно вот это построение сюжета, когда сначала ты прошел здесь за одних персонажей, потом то же самое проходишь за других персонажей, это, конечно, тоже отстой. Это, знаете, это такая попытка сэкономить деньги на производстве игры, ровно 50%, потому что один уровень проходится два раза, то есть игра искусственно удлиняется в два раза за счет того, что герои ходят по одним и тем же местам. Блин, я надеюсь, что я понятно излагаю свою мысль, потому что я... Чё происходит? Чё у меня с экраном? Я как будто бутылку в жало высадил. Нары. Оу. Плюс, конечно, из-за этого оголтелого шутера атмосфера хоррора пропала окончательно и бесповоротно. Никакого хоррора в игре нет. Если вы, конечно, не пятиклассница. Ну и нахер я тут лазю? Непонятно. Какой пошлый ракурс на маленькую жопку. Наташкину. Фу. Тесака на них нету. Ну и куда? Куда? Куда надо прийти? На карте ни пометки, ни отметки, ничего. Но, насколько я помню, игра вроде закончилась за тёлок где-то тут. Ну, можно было, конечно, еще и в подвал спуститься. Ты ложная. Говорит он моему медвежонку. Да, это не настоящий медведь. Мы рады, что ты заметила. Я не знаю, о чем она. Неплохо было бы найти немножко лута какого-нибудь, в принципе. Каких-нибудь патронов желательно. У меня, конечно, есть тут эти... Дымовой порошок. Вот что это интересно за вещество. Где они его взяли? Сочетание с бутылкой. У меня вот три патрона для магнума и дымовой порошок. Много ли это? Не думаю. О, толкан. Малая, тебе погадить надо? Самое время. После ее появления все сильно изменилось. Сейчас наш забытый, совершенно другой остров. Забытый — это название остров. Остров забытый. Ну, потому что с большой буквы написано. Логично. Так, в шахтах новое оборудование, рабочие места. Она напоминает не только неквалифицированных рабочих, но и исследователей. Нанимает. Возможности трудоустройства масса. Глубину моей благодарности ей не передать словами. И все же находятся те, кто в ней сомневается. Какая неблагодарность. Не нравится здесь, никто не держит. Ну да, чемодан, вокзал, родина. Знаем, мы знаем это. Этот клич. Что F? F, что F-то? А, кирпичик. Чё ты орёшь-то, ёбушка? Down.
Барри, Барри даже и то и сказал, что заткнись. Монтировка. Монтировки у нас нет. Монтировка у другой сладкой парочки осталась. Я слышу влагалищную муху очередную невидимую. Натуся где-то застряла. Так. О. Спирт. Ну, спирт полезная находка, потому что по баре видно, что он бухает. Так, так, так. Чпок. О. Рубинс. Подойдите. Где я? Где? 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 Где ящик-то? Ёпты. Где патроны? Вот они, патроны. У мелкой, кстати, тоже вроде патрики были. Ну-ка, давай. Ништяк. Еще патрон заряжу. Привычка из Counter-Strike, да? Один раз стрельнул, и забой мы. Перезарядка, похрен. А, так, запись горожанина. Уйдя к памятнику, твой отец так и не вернулся домой. Я пытался ждать, но больше не могу. Пошла его искать. Мне было довольно тревожно, но там все обращались со мной очень хорошо. Мне сказали, что появилась какая-то инфекция и сделали профилактический укол. А этот браслет, по их словам, поможет мне уцелеть. Это место такое большое и замечательное, никогда ничего подобного не видела. Конечно, для нее тут нет ничего особенного. Она наш остров спасла. Мне начинает казаться, что... то она может все. Сожалею, что вообще сомневалась в ней. У меня немного кружится голова, но думаю, это ничего. Может, от напряжения. О, и наконец-то я нашла твоего батю. Частично, во всяком случае, я всегда знала, что у него светлая голова на плечах, и это все, что от него осталось. Нашла голову. Не могу я его принести в таком виде. Браслет издает странные звуки, немного раздражает. Ну, не волнуйся, я найду остальные части твоего отца, и мы пойдем домой. Ты, наверное, очень кушать хочешь. Зашибись, записка, мне нравится. Отображает всю суть. И понутости того, кого мы сейчас скоро, видимо, встретим. Оп-оп-оп-оп-оп. Странно, что у мелкой есть чутье, но это чутье сейчас не работает почему-то. Вот это марево, это что это? Девочка завалила всю свою службу, она больше не показывает пальчиком туда, куда мне надо не достать, туда, куда мне надо шмальнуть. Она стоит, орёт, визжит. А, так это ж... Нет, это не она, это похоже на сиська босса из шестой резьбы, но у того не было крыльев. Это принципиально новый враг, влагалищная муха. Потому что это муха, и у нее там спереди такая пилотка, что охереть можно, зубастая прям. Ну это все хорошо и прекрасно, конечно, но идти-то куда? Я же уже весь этаж прошел, неужто вниз надо было? Патронов прям как перед матерой дракой. Вот это говно не сломается часом, если мы на него встанем вдвоем. Может попрыгать? А, не, это лифт. Это лифт, застрявший поперек шахты. Сразу не узнаешь, но это он. Что, еще выше попробуем? Проверим выстрел. Муха посылает мне в башку какие-то импульсы, видимо. Это муха-телепат.
Потому что когда к ней подходишь, что-то начинает свистеть в наушниках, очень неприятно, и монитор начинается выкуплять мое зрение тут же. Что это за квазимода? Это голос, знаете, как у этого. У Голума. I'm sorry, I'm sorry. О, это, наверное, летчик выжил. Летчик-хуеплетчик. Тот черный нигер, который раздолбал наш вертолет. Да, ну и планировка у этих квартир. Wait. Да уж, классно припарковался. Четкий американский юмор. Я что-то не понял, мы в Resident Evil играем или в 12 подвигов Геракла? Как он сдвинул вертолет? Типа там это, баланс веса нарушить надо было там чуть-чуть, да? То есть от падения вертолет отделяло просто пару шлепков голубиного дерьма на его хвост, да? Которые перевесили бы окончательно, и он бы упал вниз. Сохранение. О. Кто-то столик накрыл. Жаль, что это не скатерть-самобранка, и на нее надо что-то поставить. Что? О, блядь! Ёбаный ты придурок! Умри, умри, нига! Малая, мочи его чем-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, зря я это сделал. Я просто думал, что можно подойти его ударить чем-нибудь. И ни хрена не угадал. А мы ему из магнума. А мы ему из винтовки, а мы ему из пистолета. А, блядь, стол распилил, кто бы мог подумать. Поганый ублюдок. Все, я готов. Меня насадили. А, нежданчиком, да, он напал, сука, падла со спины. Нечестно. Эти подонки никогда не дерутся честно. У меня есть что-нибудь взорвать его? Нет, у меня только задымить его можно. А, вот, смотрите, сочетание. И это у меня что? Взрывчатая бутылка. Ну, это редкое дерьмо, конечно. Передать. Сочетание. А ей надо склеить аптечку, чтобы она мне... А где моя аптечка-то? Передать. Чтобы она мне жопу заматывала, когда меня повредят. Так, дымовой порошок, говно полное. Все, 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 все пушки заряжены. Хорошо, сука, второй раунд. Мелкая хоть кирпичик бы в него бросила, что ли? Давай. Я что в него бросил-то? Нахуй, сука. Нюхай дым. Дыма хватит на всех. Бутылка сразу взорвалась каким-то хреном. Я смотрю, что он все равно меня видит в дыму. А вот я вижу не очень. Я вижу на нем яйца зла, в которые, видимо, и надо стрелять. Ё-моё, говорит главный герой. Последним патроном. Прицел такой огромный, что охереть можно. Одно яйцо еще осталось. Я вижу. Нате. Контрольный. Нет, не туда контрольный. На нахуй. Поздравляю тебя с принятием в евреи, сынок. Так, хорошо, у меня есть теперь это оружие, интересно, или что? Кью? Хую же, это не оружие, нет. Походу, это ни хрена не пушка. Но я теперь, видимо, смогу стены бурить. Ну, понятно, что того, кого не смогли добить бабы, убивает Барри Рэмбо, вооруженный до зубов.
Я, конечно, видел фильм «Резня бензопилой», но «Бурение буром» — это что-то новое слово в кинематографе. В играх тоже. Техасское бурение коловоротом, блин. Так, не на какую? Сюда, на первый. Эта кровь была здесь? А, вот. Пахучий химикат. It's dead. I'll have to find another way. Ну да. Вот он. Он из-за воротника достал этот инструмент. Кстати, что это такое? Я вот никогда, я на стройках много работал в свое время, но никогда не видел такой херни. Что-то какой-то типа отбойный молоток, только ни хрена не отбойный молоток. Какая-то мини-буровая хренотация. А, это... А, я... Да, я знаю, что это брать пробы грунта. Вот эта херовинка нужна. Но она обычно как бы, ну, не ручная, а вроде как устанавливается на землю. Хуй его знает. Это кто тут скоксился, а? Его из огнемета облили. У него такой же браслет, как у тебя. А еще у него, я вижу... У Мойры такой же был. А еще я вижу ручку от самурайского меча, и мы поняли. Мы помним, что у Мойры был такой. Или это нож воткнут? Не понимаю я что-то. Кто есть кто? Who is who, мать его. А, вот здесь бомбомета мы бомбочканули. Девка может сюда залезть. Сейчас они поговорят. Нет, она сюда не лезет. Ну? Нет, она сюда не хочет. Видимо, это в следующем эпизоде мы туда полезем. А пока мы идем сразу в башню. Ух, высоченная. Надеюсь, там лифт работает. А то Барри старый может до верху не дойти. Удар хватит где-нибудь между третьим и вторым пролетом. Итак... Интересно, дадут в этом эпизоде по башне побегать или на следующий отложат? Ловись. Снова плакат «Мир, труд, май». И, сука, здесь начинаются лаги, блядь. Персонаж начал дергаться. Причем я не понимаю, из-за чего? Из-за мегареалистичного огня? Оу. Натали. Крис. Да, это имена нацарапаны, как я вижу. Кирпичик мне не надо. Это куклы подвешены, это не настоящие дети. Жаль. Так, записка о клиническом эксперименте. Январь 2010-го. Испытания вируса Т-Фобос почти завершены. Нам удалось снизить летальность вируса Т и создать механизм, благодаря которому вирус активируется в организме. Испытанием си... а, так, испытывающим сильное эмоциональное потрясение. Также мы снизили показатель сопротивляемости вируса до менее чем 2%. Все идет по плану. Однако время подходит, мы близки к идеалу, но у нас нет права на ошибку. Короче, какие-то опять махинации с Т-вирусом. Ну, с чем же еще-то, господи. 2010 год. Жаль, что они... Вот что, значит, происходило в 2010 году без нашего ведома. Эх, хороший год мне казался. А теперь вон, оказывается, был расцвет вируса Т, новой вспышки и испытаний на острове. Щит. О, еще листик. Что тут за культ с этими куклами? Прощальные слова моему дорогому отцу. Бедный ты и дряхлый хрен. Ты хотел создать новый мир и править им, словно бог, но при всех своих амбициях ты не смог одолеть самых грозных врагов человека, старость и болезнь. У тебя было все, но тебя подвело разваливающееся тело. А потом твой собственный сын поставил точку в твоей жалкой жизни, и ты остался лишь сноской в аналах истории. Ты облажался, старик. Но не бойся, твоя мечта будет жить. Я воспользуюсь данными тобой, знаниями, властью и... испытуемыми и добьюсь успеха там, где тебя постигла неудача. Я создам новый мир и буду править им, словно богиня. Твое наследие будет позабыто, а мое только начинается.
пусть душа твоя, если она у тебя есть вообще, если она у тебя вообще была, вечно разлагается в муках, пусть ад заполнится бессмертным скрежетом твоих зубов. Мне кажется, речь идет об отце Альберта Вескера, которого сам Альберт убил. Это, по-моему, в пятой части показано было в заставках. Видимо, здесь сестра Альберта зажигает. Кстати, насчет вот этих кукол, которые тут везде развешаны. А, где-то в какой-то стране, типа Малайзии или Гвинеи какой-то, есть остров кукол. А, какой-то мужик сумасшедший собирал кукол и их там подвешивал, раскладывал их пупсиков. А он свихнулся после того, как увидел утонувшую маленькую девочку, которую он не смог спасти. У нее в руках была кукла, и она стала первой куклой его коллекции. Через сколько-то лет мужик утонул, кстати, в том же водоеме, что и та девочка, насколько я помню. Я читал одну из своих умных книг. Таинственные и загадочные места планеты Земля, типа. Кукольный остров, можете погуглить. Там. По-моему, он так назывался. Но я не думаю, что сейчас будет драка с боссом, потому что босса мы убили только что. Сейчас, я думаю, просто случится концовка эпизода. Внезапная и беспощадная. Wesker. Ну, я ж сказал, блядь. Сестра Вескера. Или тёлка Вескера. Вот та, в белом платье. Это женщина с Вескером. Это и есть Уэскер. Алекс Уэскер. Ну, сука, я так и понял. Две Уэскер? Похоже, ты гонишь. Мы одного-то еле пережили, да? Как внезапно у Уэскера появилась сестра. А, малость горбатая, но ничего. Она похожа, знаете, на эту старуху из первой части. На дочку, которая ходила в кандалах. Вот реально похожа. Наталья. Орейро, блядь. Беги, дура, ёпта, чё ты глаза-то зенки вылупит. Ну, давайте, показывайте, что будет в следующей серии. Спойлеры! Наша любимая рубрика «Спойлеры». Или чё? В следующей серии сериала. Но... Давай. Так, она их не убила, она подарила им гламурненький планшет. А, нет. Мобиль. Смарт. Смарт. Вот так, о боже. Ловушки, загадки. Мобы, трупы, кровища, дерьмища, планшеты, могилы. Оу, фак. Тёлки, кишки, враги, пушки, стрельба, пальба. И все это в следующем эпизоде. Уху, супер. А, заинтриговали до усрачки. Почему я не удивлен, что это сестра Вескера? Наверное, потому что у меня хорошая память, мать его. Ну и не так давно, в общем-то, мы с Эфи 5 прошли. А, ну вообще-то мы заставки скипали, по-моему. Ну не суть. Ладно, амигос, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. И адьё. Как я это сказал, прям ух.